В отделе МВД России по городу Новошахтинску был собран весь личный состав во главе с администрацией города и руководителями правоохранительных органов для объявления смены начальника. Уважаемые коллеги, прежде чем представить начальника, я хочу сказать, что ваш руководитель Хабахов Андрей Ильич назначен на новое место службы. Вы это уже ощутили, месяц уже без него работаете. Руководством Главного управления МВД России по Ростовской области принято решение о назначении Андрея Ильича Хабахова на должность начальника отдела номер 8 города Ростова. Объявляю вам благодарность, вручаю вот это благодарственное письмо перед личным составом вашим. Спасибо. Желаю успехов. Коллеги Андрея Ильича Хабахова поблагодарили его за совместную работу и вручили ценный подарок. Мы, сотрудники отдела МВД России по городу Новошахтинску, уверены, что благодаря вашей энергии и серьезному отношению к делу, любые трудности вам по плечу. От всей души желаем вам в новой ответственной должности успехов в достижении поставленных целей, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Всем спасибо за то, что мы все это время проработали, и потерь не было ни ДТП по вине сотрудников, не было ЧП с личным составом. Мне не стыдно, еще раз говорю, и слова благодарности коллективу, потому что одному здесь, к сожалению, все это время пробыть было бы невозможно. Еще раз спасибо всем за совместную работу. Руководство отдела МВД довольны были службой Хабахова и всегда нуждаются в подобных кадрах. Не секрет, несколько руководителей сейчас в назначении есть. Не хватает и таких бы Хабаховых. Десяток, можно было бы решать вопросы. Далее личному составу отдела МВД был представлен новый руководитель. Назначить подполковника полиции Глухова Сергея Ивановича на должность начальника отдела МВД по городу Новошахтинску с 10 марта. Тут задержались мы с представлением, но ничего, за это время успел ознакомиться, посмотрел на территорию, посмотрел на отдел. Сергей Иванович, я вручаю вам вот этот приказ, наделяющий вас полномочиями, и вручаю вам удостоверение руководителя Новошахтинского отдела внутренних дел. Сергей Иванович Глухов – уроженец Калужской области. С 1984 года работал в Москве на различных должностях. С февраля 2014 года прибыл на территорию Ростовской области и был назначен на должность начальника отдела Пролетарского района. Год всего отработал, и так быстро менять руководителей никогда не хочется, но как вошел в должность, как отработал, и сегодня я только говорил уже, мы когда сидели, обсуждали результаты работы, и вывел отдел с 22-го на первое место незаметно, без скандалов, без нервотрепки. Личный состав весь остался на месте работать и сейчас имеет высокие результаты. Полагаю, что такой опыт работы и возможности, и умения позволят и здесь не уронить ваши результаты, чтобы ваш работоспособный, здоровый коллектив, а мы еще об этом будем говорить, вы этот год очень нормально начали, вообще результаты значимые, движение вперед заметное, и прошлый год, и этот. Поэтому я полагаю, Сергей Иванович, все у вас получится, дай Бог вам всего самого хорошего. Основные требования нового начальника – хорошая работа и служебная дисциплина. Чтобы коллектив меня поддержал, потому что один я не воин. Все будем работать вместе, сообща, и все вопросы будем решать. Ну, остальное потом разберемся. Администрация города и руководители правоохранительных органов выразили надежду на такое же оперативное совместное сотрудничество с новым начальником отдела МВД по городу Новошахтинску, как это было всегда.